На видеоуроке мы рассмотрим, каким образом можно купить хостинг за $5. Идем по ссылке. Купить хостинг. Открывается одностраничный сайт с условиями покупки. Вы можете их аккуратно посмотреть, почитать все основные требования к покупке. И нужно будет пройти вот по этой кнопке и нажимаем на этот небольшой баннер. Купить прямо сейчас. Вам откроется следующее окно с предложением покупки. Необходимо будет пройти в раздел «Хостинг» и «Конструктор сайтов». Выбираете предложения, которые вам будут наиболее выгодны. Вы можете купить хостинг за $5 и оплачивать ежемесячно. А можете сразу оплатить за год, но сэкономив за 2 месяца оплаты. Объем диска у вас будет 1 гигабайт. Вам дадут один конструктор сайтов. На этом хостинге за $5 у вас будет возможность создать себе 5 сайтов. Это основные требования к стоимости $5. Вы далее можете рассмотреть иные варианты, предположим, за 4 гигабайта, но уже ежемесячно оплачивать $10. 9,99, точнее говоря, долларов. И так далее. Здесь есть ряд предложений. Вы выбираете нужное и жмете на кнопку «Купить». В нашем случае мы производим покупку за $4,99 в месяц. Еще раз удостоверяетесь в правильности покупки. Отсматриваете объем 1 гигабайт хостинга. Ну и прилагается программа-конструктор за цену $4,99. Это ваш хостинг. Жмете на кнопку «Продолжить». Откроется следующее окно. И эту таблицу нужно будет заполнить только латинскими буквами. Обратите внимание. Латинские буквы. Заполняете пол, имя, фамилию. Название компании можете проставить просто «дом», ну и любой, который вы хотите вписать. Обязательно пропишите электронную почту, конечно, свои пароли. Эти ваши пароли будут нужны для входа на аккаунт. Можете прописать адрес улицы, это город ваш, район или область, республику. Пропишите почтовый индекс. Если вы проживаете в России, выбирайте Russian Federation, страну проживания. Указываете номер телефона, имя в Skype. В разделе «Субдомен» пропишите какое-нибудь имя, но нужно будет проверить на доступность. Подберите необходимый и нужный вам вариант, также латинскими буквами. И выбирайте далее способ оплаты. Их здесь несколько. Кредитная карта, Kivim. Но InWeb вы пока не сможете воспользоваться. Это Google Checkout и RoboCash. В RoboCash очень много возможностей. Если вы оплачиваете через кредитную карту, можете выбрать MasterCard, Visa и Discover. Указываете номер карты, здесь вы показываете месяц, а тут год, окончание срока работы карты. И далее указываете вот этот вот код, он находится на тыльной стороне карты от номера. В рисунке вы здесь видите, вот он. Всего их 3 цифры. Далее отмечаете обязательно чекбокс «Я прочитал и принял условия предоставления услуг» и жмете на
кнопку «Завершить заказ». Если вы все правильно заполните, предположим, вы воспользовались кредитной картой, а с вашей кредитной карты снимут ровно 4,99 долларов или ту сумму, на которую вы покупали хостинг, и вам на электронный адрес придет уведомление, что вы произвели оплату. Вы можете также распечатать предоставленный чек для расчета, предположим, если вы предприниматель, с налоговыми органами. С вами был Сергей Майнагашев.